Всем привет! Сегодня мы в Абрау-Дюрсо, 1 января, очень тепло. Люди после праздников вышли на прогулку. Мы у своих друзей, у Кати и Вани. Наши друзья тоже ведут свой канал. У них канал очень интересный для водителей больших машин. Я позже с ними вас познакомлю. Кому интересно, подписывайтесь. Катя и Ваня работают на КАМАЗах. Имеют собственность 4 КАМАЗа и ведут всякие интересные истории. Пой! Электрическим разрядом. Иди! Погода шик, да, Ваня? Погода шик. Там возле этой блинной все интересуются глинтвейном. Там написано глинтвейн. А его нет, да? Как безалкогольный. И все переспрашивают, а он алкогольный или нет? Я помню, когда в дом... И у всех разочарование. Когда он безалкогольный. Я помню, мы когда в Домбае были, глинтвейнчика накатил, в горы пошел, хорошо. Не спускаешься без страха, я тебе хочу сказать. Без глинтвейнчика уже страшновато. Безумие и отвага, да, включается? Да. Первое января, ужин. Разминка, разминка перед ужином. Вот здесь я поставлю ссылочку на ваш канал. Да. Семейный подряд камазистов. Камазистов, да. Семейный подряд камазистов. Подписывайтесь, лайкайте. Следите за их дорожными движениями. Да. Сколько, Вань, сколько у вас камазов? 4. 4 камаза. 4 геморроя. Катя, ты на каком ездишь камазе? На желтом. На желтом? Ваня, у тебя? 65, оранжевый. Оранжевый. А на зеленом кто? Уже посадили людей? И на белом. Давай же так на зеленом же тебе подарок жена купила, эти всякие атрибутика. Все лучшее водителям. Лучшие работодатели Юга России. Придется опять дарить. Ты блинчик. На рыжем салон убитый. Ешь, кушай. Тетя Катя мне еще подарит. Да. Подарит, сделает. А вы как-нибудь называете свои машины? Да, рыжик, желток, белок, рыжий. Зеленка. У тебя желток? У меня желток или цыпленок, еще как некоторые называют. У Вани рыжик. А зеленый кто? Зеленый кузнечик или зеленуха. Зеленка. Зеленка, да. А белый у нас служок. Подожди, у вас же серый был КамАЗ. Не было серого. Он был серым, он но... был ржавый. А, вы его покрасили. Он вообще на момент он белый. Мы его белый покрасили. Кать, ну ты не жалеешь, что ездишь на КамАЗе? Нет, не вообще? Нравится? Ну, я кайфую. Ты, короче, да, такая доминируешь перед всеми водителями, да? Когда едешь. Я всегда мечтала о большой машине. Такая едешь, такая я доминирую. Газ. Какая
Птичка вылетает. Ух ты! Как летает. Ну нету. Я понял. Смотрите. Кто это? Дед Мороз оставил? Да. Нет. Поворачивай, не, аккуратно, не торопись. Классно? Да. Ну, уже голова закружилась. Лёва! Лёва! Какая красота! Смотрите, какие красивые у нас закаты. Стой! На меня смотри! Какая красивая елка! Посмотрите! И с конфетами! И человечки. Да, только не отцепляйте, не надо, а то она... На карусели? Фотографируйся, папочка. Карусели. Лёва, где мама, Лёва? Вот она. Короче, такая голова, да, такая ла-ла-ла. Эй! Какой слон классный! И Лёва на лошади, да? Далеко скачете? Я быстрый. А Матвей, смотри, какой слон у Матвея. А где лампочки? Смотри, какие лампочки красивые. Сейчас уже закончится это представление. Смотрите, какие молодцы. Не будет он. Матвей там за столбом. Лёв. Матвей, поехали! Аккуратно! Матвей! Голова закружилась. Аккуратно, аккуратно. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Матвей, на меня смотри. Улыбайся. Улыбайся, это значит открыть рот. Все, мы пробку создали. А вот там вот, в туннеле, хранится шампанское. Здесь, кстати, каток. Ну, не настоящий, парафиновый. Ну все, мы прощаемся с Абрау. Едем домой в шашлыки. Та-дам! Вся техника собирается, укладывается.
Вот так вот. Прогулка окончена. Кстати, у Лёвы края. Подожди, дядя Ваня! Пока! Пока! Адьёс! Здесь можно? Все, смотри, у нас прям сегодня привилегия красного цвета. Ух, зверюга! Да ладно. Гангстер же, гангстер же. Все, едем домой. Доброе утро. 2 января. Боже мой, как же хорошо. Мы все так же в гостях. О, друзей, это их не камазы, мамазы. Камазы, мамазы, видите, они коллекционируют их. Кстати, здесь реально вкусный запах бензинчика. Кто любит солярочку, бензинчик? Я вам сейчас покажу. Вот наша тачка. Очень беленький. Какой у них здесь вид дом. Шикарный, просто шикарный дом. Я не знаю, сколько градусов, наверное, градусов 15, а то и 16. Посмотрите, какая красота, какой воздух нереальный. Вау. Птички поют. Я уже вчера говорила, мои друзья увлекаются и работают на КАМАЗах, это их такое детище. И также у них есть канал на Ютубе, Катя на КАМАЗе называется. Кому интересно, заходите и смотрите. Путешествие девушки на большой машине. Живут они рядом с Абрау-Дюрсо. Вот такой лесочек их окружает. Здесь нереально красиво. Свежий воздух. Просто птички поют, можжевельнички растут. Хочется дышать полной грудью. Вот такой вот 2 января на юге.